Она признавалась, что больше всего в людях ценит талант. Когда в молодости один ее поклонник плохо показал себя на экзамене по актерскому мастерству, она его отвергла. В искусстве была максималисткой. Неудивительно, что пьеса ее жизни стала «Чайка». В разные годы она была Ниной Заречной, Аркадиной, Полиной Андреевной. Театр всегда был ее любовью, пристанищем. Ее личное колдовское озеро и 5 пудов любви. А к кино в зрелые годы относилась с некоторой отстраненностью, скромничала. И про знаменитых поэтов, посвятивших ей пронзительные стихи, тоже не распространялась. Это личное. Ее звали Татьяна Лаврова. Татьяна Лаврова очень любила фильм Леонида Морягина «Вылет задерживается» и свою роль в нем. Сюжет незамысловат. Он, она, туман, самолеты не летают. Люди приговорены к ожиданию и разговорам. Но для двоих это не просто случайная встреча в аэропорту. Это возвращение на 20 лет назад к развилке собственной судьбы. В тот год, когда у обоих жизнь могла пойти иначе. У них было в общем все. Любовь, победа, предчувствие новой жизни. А потом каждый свернул в свою сторону. Мы же с тобой вдвоем, после всего, что было. Ничего не было. Ах, даже так? Ну, горсть пепла всегда остается. Я прошу вас твердо усвоить, ничего не было. Фронтовой эпизод. И мало ли что случается с нашей сестрой, да еще в войну. Фильм вышел в 1974 году. На международном фестивале телефильмов Монте-Карло Лаврова получила главный приз за лучшую женскую роль. Но актриса любила этот фильм не только из-за его успешности. Она ощущала странное родство со своей героиней Ольгой. Ей тоже хотелось вернуться лет на 15 назад, в то время, когда у нее было очень много счастья. И афиши с ее портретами украшали все кинотеатры Советского Союза. А потом почему-то многое изменилось. Позже Лаврова будет вспоминать. Моя творческая жизнь начиналась очень удачно. Вся моя молодость прошла на диком взлете, но ту высоту я могу оценить только сейчас, по прошествии многих лет. А тогда просто жила в славе, обожании. Меня любили, узнавали на улицах, подражали. Для меня это было естественно. Я ведь палец о палец не ударила, чтобы получить хотя бы одну из ролей, что сыграла тогда. Здравствуй, Гусев. Татьяна Лаврова родилась в Москве в семье кинематографистов. Отец – кинооператор и режиссер-документалист. Мама – кинооператор. Она с детства знала, что будет актрисой. В 9 лет промелькнула в небольшом эпизоде фильма «Марите», где операторами были папа и мама. Без труда поступила в школу-студию МХАТ и как-то сразу стала лучшей на курсе. Педагоги отмечали ее невероятную органичность. Казалось, в ее игре не было игры. Она растворялась в роли. Поэтому никого не удивило, когда именно Татьяне доверили Нину Заречную в «Чеховской чайке». С ее дебютом на прославленной сцене связана одна история. Ее попросили взять псевдоним. Фамилия отца, Андриканис, показалась сложноватой для русской сцены. Татьяна, недолго думая, выбрала благозвучную и простую – Лаврова. Дебют в кино состоялся в 1959-м, сразу после окончания школы-студии. Это был биографический фильм «Песня о Кольцове», о жизни русского поэта. Лаврова играла его возлюбленную молодую вдову Варю Лебедеву, с которой поэт хотел начать новую жизнь в Петербурге. Оператором на этой картине была ее мама Галина Пышкова. На следующий год снялась в небольшой роли в фильме «Испытательный срок». И снова ее мама искала ракурсы, чтобы получше снять красавицу-дочь с длинной косой. Я к товарищу начальнику приходила, к Ульяну Григорьевичу. Такой меня даже не пустил. А я бумажку хотела взять на работу. Новую жизнь начинать хотела. Давно пора.
Не могу больше так жить. Опять же, колет каждый, кому не лень. Гулящий. В испытательном сроке Лаврова снималась вместе с Ефремовым и Табаковым. И неожиданно для себя приняла решение перейти в «Современник». Не все в «Амхате» одобрили это решение, ведь ее только что приняли в труппу как лучшую из лучших. Но Лаврова понеслась навстречу своей новой жизни. Вот как она будет вспоминать потом. Меня поразило то, что на сцене «Современника» я увидела людей, которых я вижу в жизни, которые существуют реально. В «Амхате» были великие мастера, но там было ощущение, что это какие-то далекие-далекие люди. Они где-то живут, мы их не знаем и не узнаем. Но почему-то они сейчас на сцене. Как-то все это было очень странно. Скучно мне стало там. Практически сразу Галина Волчек поставила для Татьяны Лавровой и Михаила Казакова «Двое на качелях» Гибсона. Это был камерный спектакль всего на двух актеров. К тому же дебют Волчек в режиссуре. И вдруг сенсация. Невероятный успех. На «Двое на качелях» в буквальном смысле ломилась вся Москва. Однажды на спектакль пришел Михаил Ром. Он искал актеров для своего нового фильма «Я иду в неизвестное», который позже назовет «Девять дней одного года». В модном в то время противостоянии физиков и лириков Рома заинтересовал мир физиков. Его герои – физики-ядерщики. Два друга, два пути постижения истины, два способа жить. А между ними – женщина-физик, в которую оба влюблены. Эту женщину Михаил Ром искал долго. А нашел в молодой актрисе «Современника». Он любит меня. Он все еще любит меня. Тот, кто выдумал колесо, был гениален, как Эйнштейн. Тот, кто первым высек огонь, был талантливее открывателя квантовой механики. Боже мой, до чего они оба умные. Просто тошнит. Интересно, куда они заедут. Татьяна недоумевала, почему именно она. Была уверена, что пробы не удались. И смущалась партнеров Алексея Баталова и Иннокентия Смоктуновского. В то время ей было всего 23. Но Ром объяснил ей свой выбор. Потому что ты, как собака, все чуешь. Не всегда понимаешь, но чувствуешь все правильно. Слушай, Гусев, тебе будет легче, если этот год я буду рядом с тобой? Нет. Это излишняя роскошь. Но ведь тебе же нужна какая-то женщина. А я лучше других, во всяком случае, для тебя. Давай считать, что я высоко оценил твой душевный порыв. Он уже без четверти два. С меня хватит. Однако ты хам. Любовный треугольник был далеко не главным в фильме. Но без него эта история не могла состояться. Лёля любит одного, но уходит к другому. Сохранила теплые чувства Гусеву и собирается замуж за Куликова. Она в интенсивном поиске женской судьбы. Но все это теряет смысл, когда Лёля узнает о смертельной дозе облучения Мити, того самого Мити Гусева, жизнь с которым казалась ей невыносима. Опыт закончился неудачей. Ну что ж, это закономерно. Зато из 100 возможных путей к истине один испытанный отпал. Осталось только 99. Я люблю тебя. Я так люблю тебя. В 1962 году фильм «Девять дней одного года» вышел на экраны. Позже его назовут самой шестидесятнической картиной. Лаврова проснулась знаменитой. По версии журнала «Советский экран» она стала актрисой года. Международные фестивали от Карловых Вар до Сан-Франциско щедро одаривали ее призами. Мир был у ее ног, насколько, конечно, это было возможно при железном занавесе. А вот новых интересных предложений в кино после такого триумфа почему-то не было. И она выбрала театр. В «Современнике» у нее каждый год были премьеры. Ее ценили Олег Ефремов и Галина Волчек. В 1965 году Ефремов вывез труппу театров в Саратов, на Волгу, где он снимал в качестве режиссера фильм «Строится мост».
Идея подкупала оригинальностью. Художественный фильм о строительстве моста снимался одновременно со строительством этого моста. Правда жизни и правда актерской игры, которую исповедовал современник, встретились на съемочной площадке. Здрасте! Не узнаете? Да помните, утром вы по набережной шли, а я у вас время спрашивала. А, возможно. Вы как к нам? Инженером или каким другим начальником? Я корреспондент из газеты. Вместе с другими артистами театра снималась и Татьяна Лаврова. Ей досталась Соня Сапожникова. Вот что вспоминал Михаил Казаков. Что привлекло Ефремову в этой журналистской вещи, Бог его знает. Пожалуй, ее сакраментальное неореалистическое начало. Дескать, правдиво в духе журнала «Новый мир». В меру психологично, благородно, прогрессивно. Оглохла, что ли? Корреспондент из Москвы приехал. Может, газетку про тебя напишет, а? А, сдались мы ему. Идем, познакомлю, а? Что ты, что? А вот иди. Куда ж вы? Она женщина хорошая, отходчивая. До свидания. Че матери грубишь при интеллигентном человеке? Фильм «Строится мост» мог бы стать одной из интересных картин кинематографической оттепели. Но он не вышел в большой прокат. Дело в том, что его создатели позволили себе излишние вольности про 1937 год. Критиковали современные порядки. А в 1965-м свободомыслие оттепели уже не стоило подвергать такой проверке. Всем артистам современника, как и Татьяне Лавровой, просто не повезло. Их работу почти никто не увидел. На излете оттепели ее пригласили в фантастический фильм «Таинственная стена». Ее Лена – невеста ученого Ломова, который нашел в тайге странную стену из туманной пелены и считает ее посланником другой цивилизации. Леночка, скажи мне. Что? Как ты ко всему этому относишься? Это к разговору о марсианах? Ну, не обязательно марсиане. А кто? Ну, разумные существа из других звездных систем. Пришельцы? Ты знаешь, в последнее время на них все сваливают. Что ни случится, все пришельцы. Мир физики снова поманил актрису к себе. Но только Михаил Рома, увы, рядом не было. Вообще, после съемок с Ромом у нее не получилось выстроить отношения с кино. Или она не слишком хотела, кто знает. Мне надоел этот сон. Слушай-ка, тебя не существует. Сгинь, рассыпься. Тетя, может быть, надо подойти к стене? Что ты от меня хочешь, мальчик? Будто пережив большую любовь в молодости, она уверовала в реку, в которую не войти дважды. Но у нее был театр МХАТ, в котором она начинала и в который вернулась. А там по-прежнему ее родное колдовское озеро и 5 пудов зрительской любви.